Играешь в Доту, но не можешь позволить себе аркану на любимого героя? DotaMix.com поможет тебе! Здесь самый крупный джекпот по Dota 2. Целых 5 топовых игр. Ну и, конечно, море халявы! Зайди и убедись, первая игра бесплатна. Ссылка в описании. Привет, друзья, с вами Имба, и сегодня мы отправляемся в кастовку DotaNX 100, где будем играть против подписчиков. В гостях у нас сегодня Барагос, он будет у нас либо молчаливый, либо очень вежливый, потому что я его заранее попросил не бомбить. Да, Барагос? Вы обычно меня другое просите, ну да ладно. Вот, играем мы сегодня на Свене, просили вы его мне записать, не знаю, что из этого получится, сейчас все подключатся и посмотрим, какой он будет интересный. Поехали. Йо, какой я быстрый. А, ты на Скай, блин, надо было, наверное, его не брать, ну да ладно, давай тогда сейчас всех насиловать будем. О, отлично. Смотри, 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 на меня сразу. Сейчас станчик сейчас будет. Отлично, Сан. Давай, давай, поехали. Сейчас. Давай мы их трахнем. Отлично. Так, вот к этому подходить я не хочу. А, куда? Смотри, о-о-о, вот это вот очень-очень зря он. Сейчас еще этому люлей чуть-чуть дадим. Я думаю, надо... пособираться пожирнее, да? Да, думаю, будет неплохо. Так, я пока отойду, ты давай там решай дела. Стан есть? А, да, сейчас будет. Давай. У меня, кстати, по соседним целям очень-очень хороший урон идет. Вот словить да. Как-нибудь бы кучку вот так вот, например. Да, отлично. А, ну подожди, 8 секунд, и шторм сейчас... А, ну и без этого шторм, в принципе, умер. Отличный герой. О, смотри, вот смотри, сейчас подсплэш. Поближе надо их как-то ставить. Монетка. Монетка это всегда хорошо. Я, кстати, еще ни одну не забрал. А чё висп все помирает? Висп сейчас умрет. Так, я понял. Пульт куда-то нажал. Да, нормально. О, во, смотри, толпа собирается. Сейчас вообще вот в это вот ворвёмся. Давай. Бах-бах. Вот это жесть. Как же больно. Вообще просто дичь. Я еще, кстати, ни разу не ушел отсюда с центра. Давай. А Кунка сейчас от станчика. Да, нормально. Хорош. Нормально. Короче, смотри, у меня 150% с соседним целем. Люди уже разбежались, поняли, что сюда приходить не стоит. И просто тьма тьмущая дополнительного урона. А, Ио, ты умри, пожалуйста. Спасибо. Знаешь, честно, дополнительный урон. Смотри. Да, я, короче, его отвлекаю, а ты вот так вот делаешь ему. Ой, сейчас станчик его убьет. Нафиг. Не успел. Ладно. Я, короче, домой сбегаю. Погоди, тут челик. Да, пусть бегает. Пособираю себе итемы, которые я понакуплял. Ага, есть. Что-то там все хвалишь, слушай. Я с ульты ваншотаю, просто с ульты ваншот любого. Давай. Здорово. Здравствуйте. Да у меня станчик, блин. Вот мне нужно, надо было тебе какого-нибудь Магнуса взять, потому что у меня очень-очень Магнуса хороший... Магнуса вообще не было в этой игре. Очень хороший... А, да, его же точно не было. 600 к силе. 600 к силе это очень даже хорошо. Смотри, он тупо сплэшит всех, убивает. Безумный сплэш. Я думаю, знаешь, можно каких-нибудь критов немного собрать. Да? не криты, а этот... Батлфьюри? Не. Армлет. Армлет же вообще безумно будет много всего давать. Да чё ты там вот это вот кнопочки свои нажимаешь? Так, бил? Я понял, Влад там разошелся, да? А у меня плюс 443 тысячи... урону, я думаю, это неплохо. Кунка сейчас, если... О, все, Кунка труп, смотри. Просто тычечка. А давай, нет, смотри, опасный какой. Смотри, живет. Блин, он меня... А, убил собака. Я, кстати, ни разу не умер. До сих пор. Вот ты поц. Так, пока ульта есть, надо всех поубивать. Кого-нибудь хотя бы убить. Мне кажется, тебя не отпустят. Да, они меня очень сильно замедляют. Ладно, сбегаю на базу.
Не-не, чё, на базу, го. Да, армлет свой заберу. Почему бы и нет? Я честно, знаешь, подошел на Диму. Ой, армлет очень много дает. Просто бомба, как много. Здорово. What? Господи, он умирает от новостана. Ты чё моего скаймага решил побить? Йоу, мне этот... А как он всех? Это что, с ним? Ну, ну он меня через чисто сплэшик убил. Так, мы сейчас вот так вот его убьем. Пойду кристаллик заберу. Пошли его убьем. Да, сейчас, подожди, у меня все откатилось. Ой, чисто ульт нажму. Уже одни рампаги, это просто бенч какой-то. Надо поближе всех собрать. Вот, вот, например, вот так вот. Ага, ага, хорошо. Что? А у меня миллион урона просто почти. Жестко. Все расходятся. Плюс 800 ко всем и 20 скорость передвижения. Ладно, нормально. Так, здесь будет. Здорово, парни. Не поможет. Но у меня люди какие-то. У меня уже просто 15 уровень. Слышь, они говорили, что все на меня. Ты видел? Не, вот, кстати, с Кумкой сложно сражаться. Он такой какой-то. Ну, у тебя ДПС особое. Ну, такое. На станчиками размениваемся. Кто ж кого? Ой, спасибо большое, Свардар. Он на него коррозив кейс повесил свой и тупо стычки мои умер. Бешеный сплэш. Просто невероятно. А можно меня со стана, пожалуйста, выпустить? Иди сюда. Ага, ладно, не иди. Так, пора апдейтиться. Блин, чуть-чуть не хватает. О, ДД. Сколько не хватает? 90. Чуть-чуть, 20 монеток не хватает. Ладно, заберу ДДМ. И заодно вот этих убьем. Получим нужные монетки. А, все, теперь хватает. Слышу, у меня сейчас будет просто столько урона. Ты охренеешь. Посмотри на мой зеленый урон. Сейчас. И вот так. Просто дичь. Кто еще? Стоять. 20% уклонения. Ну, давай, скорость атаки лишней не будет. Хотя она тут вроде максимальная. Дын-дын. Ну ты стой! Че, удумал? Да я уже. А я думаю, неплохо будет Тарасочку собрать какую-нибудь. Слушай, а может в натуре кучу батлфурии собрать? Чтоб от сплэша, ну, вообще все умирали. Вот как сейчас примерно. Слушай, а мне их сложнее и сложнее становится пробивать. И все, все на меня, все на имбу. Давай, 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 бей, спешил, спешил. Нормально, парни. Что, с тобой подеремся? Ну, с Кункой драться я смысла особого не вижу. А вот броню титанов можно собрать. Нам, кстати, 12 фрагов осталось. Не нам, а тебе. Ты в основном убиваешь, я ничего не делаю. 32 фрага. Пойду на базу. Так, а мне чуть-чуть не хватает на вот эту вот замечательную штуку. Ну, нормас. Да, сплэш бешеный, конечно, тот. Ты чё? Брат. Хорош. А, так, вот это мы сломаем. Привет, Ио. Да, блядь, петух, сука, на дизеляторе. Я хочу забрать предметик. Слушай, ну там, походу, один Кунка только убивает, да, помимо нас? Ну, Сардар еще минус армор вешает, и просто тебя с башек такой... И ты такой... Пум! Ну, как-то у него это не особо получается. Ну, со мной у него хорошо это получается. И куда все делись? Мне кажется, не в этой кастомке нужно сделать побольше этих фрагов. Ой. Случайно кого-то убил, мимо пролетая. Да стой.
А, так, у меня еще талант на 6500 к урону. Я за тобой... Я его чуть с плэшем от зомбаков не убил. Че, там все нормально, да? Там вроде как тут бегаю людей. Кунка, Влад, сзади, помоги! Бегу. Он меня убил! 1000 золота, он меня убил! Жесть! А как? Лол. А, на мне же коррозив кейс висел. Да, а у него еще дизолька, у него еще дизолька. Нормально. Да, я сейчас дизольку его законтрю просто на ровном месте. Но все равно. Да, короче, когда ты вот так вот конкретно доминируешь, а у тебя тупо не хватает денег, чтобы... Точнее, времени, чтобы насобирать денег и собрать топовые итемы. Что тут у нас происходит? Ага, йоу. Молодец. А кто настоящий? Это иллюзия? Фига себе, иллюзию фиг пробьешь. А можно я возьму? Ой-ой-ой-ой-ой, почти-почти. Кунка, ты чё, стой-стой-стой. Твою стой. Мать, сука. Я его стычки убил, типа, да? Стой, стой, брат. Вон, шторм. Влад пришел запоздеваться над подписчиками. Ничего подобного, меня просили записать этого героя, я его записываю. Так что ничего не знаю. Герой классный. По вашим пожеланиям. Ладно, давай мы сейчас позанимаемся ерундой. Я сейчас похожу, поформулирую. Я хочу вот этот вот себе предметик. Просто у нас осталось несчастных 8 фрагов. Смотри, мне Свардар пытается снять броню. Что тут происходит? Да, отстань. Свардар пытается снять броню, и у меня все равно до хрена ее еще сверху висит. Да, молодец. Да, ну... Надо вот это вот вам было бегать за мной. О, я собрал себе эту броню титанов, или как ее там называют. Ты что там, не отпускаешь людей вообще, да? Да они бегают за мной, приходится бегать за ними в ответ, что поделать. Так, а броня титанов больше ни во что не усиливается, да? Владик второго уровня, неинтересно. Ботинки Мираква. Ну давай ботинки Мираква соберем еще. Спасай! Дай ему меня ударить. А я даже ничего не делал, ни одного скилла не нажал. Ну это уже все, это дичь. Это просто невероятно. Вот не понимаю, Шторм в принципе в прошлый раз, когда я на нем играл, это ну просто дичь какая-то. Ладно, я даже предмет собирать не буду. А что он взял? Что он взял? Что это такое? Что, сырки попал? Так, а ну давайте... устроим такую фишку. Так, народ. В центре. Рейд. Босс. Убить. Давай, убей его. Красава, Влад. Мне кажется, он тебя своим этим морским флотом. Ну. Упс. Я случайно. Ну, короче, друзья, просили Свена. Вот вам Свенчик такой веселенький, интересный. Спасибо большое, подписывайте за то, что залетели и терпели этого безумного Свена. Ну, а вы пишите в комментариях, какую кастомку и за кого еще можно поиграть. Любые стратегии и так далее. Все, описывайте, я читаю комментарии абсолютно все. Вот, ну а с вами сегодня был Имба. Увидимся в новых сериях. Всем пока и всем удачи.